Всем доброго дня, меня зовут Аня. Сегодня расскажу о своей поездке на дачу. Утром во время отправления теплохода пасмурная погода порадовала небольшим дождем, поэтому я выбрала место на первом этаже теплохода, хотя мне очень хотелось почувствовать речной воздух и ветер, который лучше можно ощутить, если плывешь на втором этаже. По прибытии на другой берег Волги меня встретила бабушка, и мы пошли по дороге через небольшой лес. Уже на берегу я удивилась деревенской свежести воздуха и красоте деревьев. Разноцветие бабочек создавало контрастное восприятие после только что покинутого города. Так что если в вас дремлет энтомолог, подобно Набокову, лето — это самое время намылить лыжи, сачки, и отправиться на дачу ловить бабочек. Даже если вы все-таки не встретите редких экземпляров бабочек, то вы вполне можете давать своеобразные имена всяким капустницам. Как только мы дошли до дома, я сразу пошла осматривать дачу. Мне было интересно, что изменилось за время моего отсутствия. На чердаке я нашла велосипед, на котором я в 6 лет училась кататься. Но вы же понимаете, как на чердаках бывает особенно интересно. Виноградная стена, дорожки и сад совсем не изменились. Приятно вернуться в те места, с которыми у тебя связано детство и хорошие воспоминания. В доме на стене висела гитара. Я, конечно же, как любой нормальный человек, увидевший гитару, стала пытаться сыграть какую-нибудь мелодию. Играть я не умею, но мне было интересно. На даче поставили турник, и я занималась на нем по вечерам. Обилие клубники на грядках делало мои летние деньки удавшимся. В соседей живет кошка Багира, настоящая самодостаточная личность. Багира очень пушистая. Моя бабушка каталась со мной на великах. Мы с ней ездили на речку, на поле за лечебными травами и просто катались по дороге рядом с горами. Главным штрихом в картине моего отдыха была речка. В селе домашняя живность традиционно воплощена в коровах, козах и лошадях. Когда отдых подходил к концу, было острое желание захватить с собой его частичку, и я собрала букет цветов и трав. В этот раз я не упустила возможности подняться на второй этаж теплохода. Желаю всем интересно провести летнее время. Успехов и удачи! Всем пока!